послушай мой совет в формате MP3. Не жди, пока состаришься, скорее умри. Жаль, что твои родители не child-free. Гори в аду, в аду гори. Тан-та-дан-та-дан-дан-дан-таран-та-дан-та-дан-та-дан-та-дан-та-дан. Сатана напевает эту песню в душе, пока жена ему готовит на кухне кушать. Она знает, чем порадовать на ужин мужа, достает из морозилки твою злую душу. Пока в раковине тает кровавый лед, он шампунь с экстрактом жожоба берет. И намылившись весь от рогов до копыт закрытыми глазами, пока тает кровавый лед, он жожоба шампунь берет. Кокосы, масло, жажаба. Стань чистым, стань, как сатана. То зарычит, то как райская птичка. Мотив чеканский прилипчив. Настроение просто отличное. Мелодично журчит водичка. Стучит молоток шипастый. Шипит в сковородке масло. Дым коромыслом и пахнет вкусно. Когда повар от Бога еда искусства. Послушай мой совет в формате MP3. Не жди, пока состаришься, скорее умри. Жаль, что твои родители не чахнут. Уже смыл кондиционер, в зеркало посмотрел, видит, располнел. Полотенце снял с крючка на стене, вытер голову и тело, халат надел. Сел за стол, налил для аппетита стол. Из большой бутылки с перевернутым крестом от аромата урчит желудок пустой. А ты такой кричишь ему: стой, нож не трожь, рот закрой, вилку не втыкай, не такой уж я плохой, мне надо в рай. Сатане не впервой слышать эту срань, из рюмки крепкий настой льется через край. Прямо в рот, вот и все, выпьет аперитив. Он мурлычет под нос все тот же мотив. Сейчас они подкрепятся женой нормально и отправятся антихриста делать в спальню. Послушай мой совет в формате MP3. Не жди, пока состаришься, скорее умри. Жаль, что твои родители